с пятого раза настроил свет, с четвертого раза настроил камеру. Но сейчас поехали. Так, у меня есть Volkswagen T3 85 года. Двигатель здесь стоит 1.6, но он гольфовский. Он с турбиной, но он не от автобуса. Значит, я планирую этот двигатель демонтировать и уже фольксвагеновский именно транспортер, двигатель поставить сюда. Значит, также будет заменена коробка. Тут стоит четырехступенчатая коробка, она грузовая, не скоростная. У меня есть отреставрированная пятиступенчатая, которую мне мастера перебрали. Ну а сейчас я хочу в одиночку вот этот двигатель демонтировать. Итак, что тут уже я сделал? Я слил антифриз, я немного тут подразобрал все патрубки, топливную магистраль, охлаждающую жидкость, естественно, аккумулятор демонтировал. Ну и сейчас буду потихоньку разбирать. Ну что, поехали. Возьмем и откручиваем топливную магистраль, которая обратка. Насос, кстати, у меня тоже есть откапиталенный. Так что агрегат будет меняться целиком. Естественно, потом я подкрашу моторный отсек, переставлю проводку на проводку нового образца, так как тут еще такие старые предохранители. А я уже хочу поставить проводку с флажковыми, такие, как сейчас используются на современных автомобилях. Ну и проводка, соответственно, тоже как бы 85 года. Я думаю, повидала она немало за свой век. Присутствует, конечно, колхоз тут в виде вот таких вот всяких непонятных скруток. Вот тут скрутки, тут скрутки. Если это все пыхнет красивой елкой, конечно, детям будет интересно посмотреть. Но я думаю, мне захочется плакать. Рекомендую всем поставить вот такую грушу, у кого она еще не стоит. В ней находится еще и шарик, который выполняет функцию клапана. Он не дает солярке возвращаться обратно в бак. Если в ТНВД этот клапан подизносился или грязью подзабился, то вот эта груша не даст топливу уходить в бак. И при заводке, там, когда машина завелась, поработала секунд 10, заглохла, и потом маслаешь, она никак не заводится. Это все из-за того, что, возможно, из-за того, что солярка уходит в бак. Так, поехали дальше. Значит, патрубок впускной я хомуты разжал. Отличий именно гольфовского GX от транспортеровского GX сильно-то и много. В транспортере в клапанной крышке нет вот этой маслозаливной горловины. Выхлоп присоединяется к выпускному коллектору тоже не совсем так, как в гольфе. Также на этот автобус я хочу установить задние дисковые тормоза. Будут, естественно, фольксвагеновские, чтобы на техосмотре ни у кого не вызвало сомнений.
что эти тормоза не от этой машины. Volkswagen и Volkswagen будет. Пластины переходные я уже заказал. Мне их уже сделали. Осталось только дождаться запчастей. Конечно, все закорело. Давно, наверное, сюда никто не лазил. Прошу прощения за звук, за свет, за съемку. Первое видео, но я думаю, не последнее. Вот. Ну, масла не так уж много, как я думал. Так, поехали дальше. Открывает кожух. Ремня ГРМ. Делаю я это в первый раз. Все вот это. Так оно получится. Я надеюсь, что получится. Так, я думаю, сейчас можно снять паук. Чтобы он не мешал. Насос, кстати, тоже не турбовый стоит. Сзади на турбонасосе стоит вакуум такой, который при наддуве турбины открывает дополнительно объем солярки, который уже идет в форсунке. Ну, что было, то и было. Раз. Рис. О, хорошо пошло. А это, наверное, сопливило. Ее очень хорошо затянули. Паук, кстати, такая вещь на форуме читал, что капризная. Лучше его ставить новым. Потому что много раз его наверняка уже за 33 года. Ну, приблизительно за 33 года. Неизвестно, какого года этот паук. Но затягивали его уже, наверное, не один раз. И, возможно, где-то прослабление в районе гайки. Когда едешь по трассе, и начинает течь солярка, не очень хорошо, наверное, получается. Так. Тренируемся на том, что чего не жалко. Все равно же надо когда-то что-то делать своими ручками. Мастеров сейчас много. Мастера разные. Знаешь, кому попадешь. А сам накосячил, значит, сам накосячил. Никто тебе не виноват. Так, дальше. Скручиваем фильтр. Фильтр новый. Почему? Потому что сначала этот двигатель... бурлил в бачок. Я думал, ну, прокладку можно поменять. Потом загорелась вдруг лампочка. Я подумал, что либо фильтр забился. Вот закрутил. Либо
датчик не работает. Но датчик работает, фильтр поставил новый, все равно ничего не помогло. Ну и поэтому двигатель попрошу тебя отсюда удалиться. Делаем вот так вот. Попробуй сделай. Надо что-то ударное. Отвертку бы хорошую не погнуть. Отвертка мне нравится. Так вот, скорее всего, двигатели тут помер. Да, что скорее всего? Точно помер. Масляный насос. Вот купил силовую отвертку. Ну что это такое, а? И по виду она вроде такая мощная. А по факту это сыромятина. Так, еще одно отличие турбированного двигателя от нетурбированного. Вот здесь нету маслоохладителя. Маслоохладитель должен быть вот такого вида. Тут две камеры. Одна камера с антифризом. Тут проходит масло. Так. Дальше. Дальше ничего не придумали. Импровизируйте. Ну что, погнали дальше откручивать все патрубки. Патрубки тоже, кстати, если они фольксвагеновские оригинальные, даже 80 бородатого какого-то года, они все равно еще довольно мягкие, они не сгудевшие. И то есть так, меняю. Итак, ножом трясь. Так делать не надо. Патрубки сейчас дорогие, такие, если оригинальные. Газелевскую сюда резину ставить что-то мне не хочется. Ну, тут уже патрубок надо будет искать на замену. Французский какой-то. Я так думаю, сейчас откручивать коробку. Поддомкрачу автобус, поставлю его на колодки. Естественно, все такие работы надо производить, соблюдая технику безопасности, какая бы она ни была, самая хоть минимальная. На домкрате не работать. Ну, что сказать, буду готовиться к демонтажу коробки, а потом скину двигатель.
Ну что, я это сделал. Прошло по видео час 28. Двигатель опущен. Забодался очень сильно. Ну ладно. Теперь я вытаскиваю двигатель из-под автобуса и начинаю вот это все приводить в человеческий вид. Потому что двигатель сюда встанет, потом уже не подлезешь. Надо тут все почистить, что надо подварить. Пройтись преобразователем ржавчины. Загрунтовать. Так-то вроде крепко. Загрунтовать и покрасить цвет. Все. Это, наверное, конец первой серии. Коробку я отстыковал. Двигатель я опустил. Ну, ждем второй серии. Подготовка и покраска моторного щита. Всем пока!